вы встретили. Поэтому вот как потопаете, так будете и лопать, пардон за выражение. И вас, мэр, этот новый касается, то же самое. Рвались, ворвались на эту должность, получили. А теперь что? Вот сейчас первые дни мы с вас, конечно, за этот вопрос не можем спросить. Хотя вы были замом у Голубева. И тоже должны заниматься были в том числе и этими вопросами. А теперь квартиру предлагаете, откупную. Как вам не стыдно? Я имею в виду всю власть, в том числе и прокурорскую. Почему вот ей уже чуть ли не в форме какой-то взятки, пардон, нельзя даже назвать, лишь бы отцепилась? Это что такое? Разберитесь с самым глубоким вопросом. Кто предлагает, за что предлагает? А этот вопрос по самому ползу тоже поставьте на контроль. Потому что... У меня очень престижное место. Очень. Галина Михайловна, я верю вам, поэтому там уже... А в чем престижность, если не секрет? Ну, 8 суток, недалеко от парковой. Надо ее, это просто позволяется обратно.